Привет, давайте я вам расскажу сейчас, чем я пользуюсь для волос от компании Эрсак. Может, я кому-то тоже помогу сделать свой определенный выбор. Ну, во-первых, вы видите у меня какие волосы. Они у меня... Я постоянно делаю биозавивку, прям уже лет 15 или больше. Наверное, все 20. Вот. И еще я постоянно крашусь, естественно. Поэтому у меня волосы очень сухие. Значит, что я попробовала? Я попробовала шампунь с аргановым маслом и шампунь с бальзамом. И оба супер просто. Но вот этот шампунь с бальзамом, он вообще меня потряс. Вот для тех людей, у кого волосы сухие, у кого такое же, как у меня, вот прям очень сухие, вот это просто что-то. Он не очень мылится, но даже если вы не будете дополнительно никаких масок применять, вот, тоже будет здорово и классно. И смотрите, у меня еще есть хвостик, собачка пекинес, я вам тоже его покажу. Так вот, у него бывают, так волосы запутаются на прогулке очень сильно, потом с этого колтуны туда что-то внутрь попадает, да, и, ну, какие-то пылинки там, травка, и тогда получаются колтуны. Так вот, я когда мою ему вот то запутанное вот этим шампунем, с него прям в ванную выходят вот эти все кусочки травки и так далее. Руками я никогда не могла вот так вот это все вымыть. Просто он отмывает чудесно. Ну, немножко не пенится, но качество шампуня просто отличное. Не пенится, наверное, потому что он все-таки натуральный. Полностью 100% натуральный. Шампунь обалденный. Дальше, что я попробовала? Следующее. Это крем для волос. Вы знаете, я когда... Ну, когда ты только покрасился, ухаживаешь за волосами, да? Вот красивые волосы. Но у меня стоило даже один день поспать, и я утром встаю, вот у меня такая просто... как у Олега Попова, да, во все стороны такие торчат волоски, такие, все это такое ужасное. Вот. Вот это вот маска. Я когда шампунь нанесла себе на волосы, вот, смыла, и потом наношу эту маску, ну, буквально на 2-3 минуты. Иногда делаю маску, голову помыла, нанесла маску, минут 10 похожу по квартире, да, потом смываю. Но волосы живые. Вот те волосы, которые у меня, чтобы их сделать живыми, это, ну, достаточно так тяжело. Идем дальше. Маска классная. Маска пахнет. Маска очень густая. Маска вот экономная очень. Вот. И тоже на своем хвостике я испробовала. Вот там, где нельзя было расчесать колтуны, мы тоже этой маской пользовались. Вот, что дальше? Дальше масло, органовое масло для волос. Ну, я вообще люблю все органовые масла. Органовое масло для волос. Вот, это чудо просто. Это вот ухаживает классно за волосами. Неважно, вы в кудряшках, либо вам надо сделать гладкие волосы, но волосы будут у вас красивые, блестящие, вот как после салона. Оно очень экономично, здесь, ну, несколько масел, вот, и вы просто берете на ручку наносите и по всей, вот так растерли, да, и по всей длине вот так вот, если это не кудряшки, да, то вот так вот вытягиваете, если кудряшки, я просто вот так вот делаю, вот, и все, и вот настолько питает волосы, ну, и это еще не все, у меня начало... Губная помада заканчивается, и я сюда добавила несколько капель масла. Здорово работает, и знаю, что еще очень хорошо будет работать, если за ресничками надо поухаживать, да, вот вы тоже можете в эту баночку, где за ресничками, ну, с кисточкой, да, какую-то, тоже капнуть масло и вот ухаживать за ресничками. Тоже великолепно работает. Ну, и вот когда я это все сделала... Вот у меня влажные волосы, я с ними поработала, с волосами со своими. Смотрите, дальше что? Вот это такой гель, я его покупала как гель для эффекта мокрых волос.
Я, наверное, что-то другое хотела. Я думала, они будут такие реально мокрые, блестящие. Вот. Но потом я его распробовала. Он немножко по-другому работает. Вот вы берете этот гель вообще, буквально немножечко берете и наносите на волосы вот так вот, да? Ну, я лично так наношу. И потом сушу волосы. И вот оно не собирает, знаете, нету такого, что в кучу все собралось, какое-то такое липкое. Вот эффект прям натуральности. Но когда вы выйдете на улицу, и ветер подует, оно не раздувается, вот держит прическу, и держит прическу даже на следующий день. И вот не знаю, вам секрет говорить или нет. Я вообще, если честно, я проснулась сегодня и еще не расчесывалась. Раньше бы такого, ну, вообще невозможно было бы себе позволить, потому что я вот так вот просыпалась, у меня вот так вот волосы были во все стороны. Ну вот они такие классные стали, послушные. Конечно, я сейчас пойду расчешусь, приведу себя в порядок. Вот, но настолько эффективная и классная косметика и для людей, и для маленьких хвостиков, если у вас такие есть, помогите им справиться с шерстью ихней. Вот, будет легче расчесываться. Ну да, и хочу еще сказать, что, смотрите, в маркетинге компании «Рсак» заложены постоянно промоушены, постоянно подарки. Я какие-то вещи получала в подарок, то есть что-то заказывала и получала подарок. Вот это в подарок получила, вот это в подарок получила, и вот это в подарок получила, да, купила только масло. Вы можете это все заказать, купить себе, а подарки у вас все равно будут. Подарки будут классные, вы берите те подарки, которые вы хотите, из предложенных компаний, и ну, ассортимент расширится у вас, вы попробуете, что это такое. Ну вот здорово и классно, когда ты можешь благодаря подаркам попробовать весь ассортимент, и теперь я с уверенностью просто могу говорить, что вот люди, у кого такой сухой волос, то вам нужен вот этот вот шампунь, да, вам нужно масло, вам нужно вот этот крем. Он, наверное, нужен не только у кого сухой, потому что я чувствую, что волосы совершенно другие. Ну все, всем пока-пока. Думаю, я кому-то, может быть, помогла сделать выбор, что покупать, если у вас тоже такие волосы. Обращайтесь к вашим консультантам, они обязательно вам помогут. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, потому что у меня будут скоро новенькие видео, чем мы с нашим хвостиком, и не только с хвостиком, еще пользуемся.